Добро пожаловать на наш YouTube-канал HotDressedInfo. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от наушников Skullcandy Push Ultra с помощью вашего iOS-устройства. Для этого зайдемте в приложение «Настройки», тут выберем пункт «Bluetooth». И напротив названия ваших наушников будет синяя иконка. Нажмемте на данную иконку и нажмемте на пункт «Отключить». И мы будем отключены от данных наушников. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и до новых встреч!